все. Всем привет! Сегодня вы меня застали за очень важной работой. Я готовлю сюрприз Толику. У нас с ним годовщина знакомства. Я думаю, что надо что-то придумать, такое эксклюзивное. У меня есть идеи. Ну, давайте посмотрим, что получилось и что еще ждет его впереди. Так, я решила ему нарисовать газету с вкусняшками. Здесь написано, все прописано. Немножко этапы нашего совместного времяпрепровождения. Что мы делали, кто он для меня и что значит в моей жизни. Так, ребят, я покупала всяких вкусняшек. Но это не просто вкусняшки, это вкусняшки со смыслом. Смотрите, что мы делаем. Я сейчас это все приклеиваю. И сейчас я вам расскажу, что где здесь чего значит. Как вы думаете, что бы это значило? Хрень. Что за хрень? Ну что, получился у нас такой небольшой сюрприз для Толика. Ну что, ребят, я вам немножко расскажу, что здесь чего значит и что значит этот сладкий плакат. Значит так, мой дорогой медвежонок, после встречи с тобой у меня в глазах светят яркие звездочки. Ты у меня самый добрый, еще ты у меня самый нежный. В любой ситуации ты у меня самый умный. Вот такую конфетку нашла, самый умный. А еще тебе желаю оставаться крепким нас. Нас – это орешек. Ну, ты у меня и так самый сильный. Пусть твоя жизнь будет такой же яркой, как Skittles. Все ребята любят Skittles, правда? Нам в любом месте веселее вместе. Это точно. Чтоб в твоей жизни никогда не случалась никакая хрень. Я думаю, это про нас и про Толика точно. В любой ситуации пусть наша жизнь будет в шоколаде. А шоколада много, пусть во все стороны уходит шоколад. Я с тобой готова хоть на Марс. Надеюсь, скоро мы куда-нибудь поедем на море. Пусть не на Марс, но хотя бы на море. Так, дальше. Между нами произошла магия ровно год назад. Теперь вы поняли, в честь чего этот праздник? В честь чего этот сладкий подарок для Толика? И мы стали неразлучны, словно Твикс. Так, немножко так, ни в какой ситуации не тормози, не верстни. В результате этих замечательных отношений у нас обязательно появятся детки. Ну, я вообще хочу двойки, поэтому я нарисовала тут два киндера. Ну, Леночка, пускай будет Аленка сегодня. Пусть в твоей жизни будет единственная любимая Аленка. С которой жизнь превратится в райское наслаждение. Ну, естественно, райское наслаждение Баунти. И все у нас будет окей. Ребят, я надеюсь, вам нравится моя задумка и моя идея. Ставьте лайки, если нравится. Ну все, я побежала собираться. Это не единственный мой подарок. Еще только ждет один сюрприз, о котором вы увидите дальше чуть-чуть. Так, я надеюсь, он еще с работы не пришел, так что я собираюсь и побежала. Ребята, всем привет. Знаете, короче, у нас сегодня такой день. Леночка, походу, вообще забыла, что у нас с ней годовщина знакомств. Вообще не звонит мне, не пишет ничего. Ну, я решил, короче, над ней прикольнуться. Замутил ей, короче, прикольчик в виде подарка. Уже готов. Что это за прикольчик? Смотрите дальше в видосиках и ставьте обязательно лайки. Так что сейчас я еду к ней, проберусь к ней в квартиру и положу. Тишина, пока никого нет. Отлично. Сейчас быстренько положу подарки и
Убегу. Я думаю, самое место будет здесь. Да, он зайдет и как раз увидит. Вот. Отлично. Так, ну что, подушечки у него здесь на диванчике. Я думаю, что это будет отличное дополнение. Ребят, вот это вот мой сюрприз номер два. Смотрите, замечательная такая подушечка с моментами из нашей жизни, где мы были за этот год. Тут написано 33 причины, почему мы вместе. За улыбку, за романтические вечера, за поддержку, за мои крылья, за терпение, за то, что нам так здорово вместе. Короче, тут много-много-много всего. Можете поставить на стоп, на паузу и почитать. Лайки. Кому нравится, ставим лайки. А здесь небольшие наши путешествия. Сколько мы ездили вместе. Ну, я думаю, что это отличный повод вспоминать о том, по какому поводу вообще все это предусмотрено. Так что оставляем его здесь. Ну что, я надеюсь, мой сюрприз понравится Толику. Я надеюсь, он вспомнит, по какому поводу я вообще это все сделала. Все, я побежала, не буду палиться, что я все была здесь. Ну что, вот подарок, короче, готов. Блин, цветы не успел купить. Она ж меня попалит. Я ж всегда ей цветы покупаю, ребята, если когда у нас какой-то праздник. Что делать? О! Там около мусорки вижу, какие-то цветы лежат. Пошлите посмотрим. О! Кто-то выкинул. Так, этот уже подгулявший какой-то. Его мы выкинем. И вот тут вот тоже какой-то подвявший. Тоже выкинул. Ребята, как вам считаете? Этот пойдет. Я думаю, для Леночки пойдет. Подарок прикольный. Ну и цветок, пусть и не узнает, откуда вы. Не говорите, откуда цветок. Все, я пошел. Фу, надо поторопиться, а то скоро придется работать. Все, я полностью укомплектован. Цветы, один цветок, подарочек. Все, зачет. Ну что, ребята, подарок для Леночки готов. Так, надо быстрее ставить вот здесь, вот по центру. И вот так вот может, не, вот так как-нибудь. Цветочек положим. Вот так. Ну все, я поехал, ребята, буду ждать ее реакции. Ну все, дело сделано. Я думаю, сюрприз понравится. Вау, класс! Я думала, Толик забыл про меня. Он мне приготовил подарок. На Толика это не очень похоже. Одна розочка, и то такая какая-то сдохненькая. Может, я просто утром мне это приготовил? На работу ушла. Чего она какая-то такая непонятная? Ну ладно, не будем обижаться на него. И что, распаковываем? Класс! Боже, я так плохо про него думала. Я реально думала, он забыл про нашу годовщину знакомства. Это еще что значит? Так вот к чему завявший цветок. Это вот значит, как он ценит наши отношения. Спасибо, милый, за подарок. Успел быстро разгонять. Как раз пока ее дома не было, с работы не приехала. Ой, а это что такое?
Блин, ребята, оказывается, Леночка не забыла. Нифига себе, какая офигенная газета. Блин, и подушечка. 33 причины, почему мы вместе. Блин, она так постаралась, а я поприкалывался над ней. Ну я лошара, как же мне исправить ситуацию? Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, надо исправляться. Как мне исправиться и что мне подарить Леночке? Ребята, если вы считаете, что Леночка умничка, молодец, так классно постаралась, такая подушечка, классная газетка, обязательно ее хотя бы поддержите, палец вверх поставьте, не забудьте подписаться на канал. Ну а вы были на канале Crazy Life. Всем пока!